Получила посылку. И давайте угадаем, что в этом коробке. Я сама лично не знаю. И хочу, чтобы вы тоже угадали, что интересно здесь. Вроде легкая. Не поломается. Видно, что такая не хрупкая. Давайте угадайте. Я оставлю окошки, а потом сейчас я вместе с вами открою. Да-да-да-да! Открываем коробочку. Мне самой уже интересно. Вот, теперь посмотрим. Марьяна, что здесь? Угадайте. Арма, что бабушку отправили? Я думаю. Да. О, блин. Как... Коробка еще? Коробка еще. День рождения делают. Давай посмотрим, что там внутри. Угу. Вот еще коробка. Нет, ой, как это, что такое? А, это сумочка. А ну-ка, давайте. Ой, как красиво упаковали. Прям фирменный. А, вот как. Какая красота. Как классно. Идет мне слово? Да, очень. Угу. Ну, оригинал все равно отличается, правильно? Классно. Нежная. Не такая. Грубая, не да. Грубая. И вот, хочешь вот так делать, да? Хочешь, нету. Подобий нету? Очень красиво. А вы знаете, у меня сумки много, вы недавно видели. Но именно это в сумке мне не хватало для полного счастья, дорогие мои. А теперь она у меня есть. Поздравляю. Спасибо. Красивая. Красиво. Мама, я буду у тебя тоже потаскать брать. Конечно. У нас семья. Поэтому и называется семья. Мое, твое нету. Это пакетик. Чтобы когда уже собираешь, красиво вставлять. Да, Марьяна? Красиво? Ой, классно какая. Мама, а что ты делаешь? Сумки проветриваю. А зачем? Ну, потому что они не гуляют. Девочки пишут, почему тетя Руси, ты показываешь сумки, получила вас посылка, и не оставляешь ссылочку. Дорогие мои, тетя Руся просто так не оставляет. Когда я знаю, что качество хорошее, я с любовью всегда вам оставляю. Какая сумка хорошая. Во-первых, вот так проходишь, она гладкая. Во-второй, вот этот знак. Как можно проверять. Угу. Во второе, вот смотрите, я хотела когда-то купить, но я когда открыла вот этот цепочек, я не могла даже открывать. А эта цепочка дает знак, что сумка качественная. Потому что есть сумка, которая вот так открывает, и дальше не идет. А вот это, смотрите, как заводской, смотрите. Очень вместительно. Шикарно. Вот мне очень понравилось. У меня, вы знаете, сколько сумки есть. Ну, а за мода всегда, хочется всегда освежать. А еще хочу сказать, если вы будете подписаны на телеграм-канал Алиса в стране чудес, то у вас будет скидка 5%. А еще скажет от Аруся еще больше. Впереди праздники, 8 марта. Подарки будет просто чудесней, не выходя из дома. Девочки, не все могут пользоваться телеграмом. Лично я тоже такая. Мне бесило сначала вот этот телеграм-канал. Во-первых, то там, то там, то там. Я нервничала и не соображала. А когда сильно уже втыкаюсь туда, уже туда-сюда несколько раз, уже поняла, что это очень легко и даже лучше, чем Инстаграм. Я хочу наглядно показать, как это все работает. И легко, и просто. Света, иди, покажем близко моих подписчикам. Вот смотри. Заходим в магазин. Вот мы заходим. Пока здесь ничего не понятно. Заходим в закрепленные сообщения. Все информация здесь написана. Магазин находится в Красноярске. Доставка по всему России, дорогие мои. Очень удобно листать вниз и видеть, что еще есть в магазине. Смотрите, все показывайте, какой товар у нее есть. А вот еще Аночка наша красавица. Она очень удобно, ярко объясняет каждый товар. Посылка получает и все раскрывает перед вами и показывает, какое качество. Допустим, вам понравилась моя сумочка, как я выбирала. Смотрите, какая классная. Вот сюда нажимаете.
Вы видите, вам переотправила на WhatsApp. Вы отправляете, что вам понравилось. Фотография и ваш адрес. Ну, может быть, она не ответит сразу, но обязательно она ответит. Посмотрите, как просто и легко. Надеюсь, что информация была вам полезна. А знаете, мне что Телеграме не нравится? Если вы подписали на кого-то или что-то заказывали, всегда приходит оповещение звука. И, допустим, я не могу этот звук каждый раз слушать. Как идет оповещение у меня, далунг-далунг, палунг-палунг, палунг-палунг, и ночью меня достает. Вот, может быть, кто-то не знает. Я не прям такая знаю, мне невестка все учит, я знаю. Смотрите, что можно делать. Заходите вот сюда. Вот, смотрите, вот звук здесь есть. Вы можете его отключать. Вот звук. Все, мы выключили звук и спокойно будете спать и работать. Вот лично мне это не нравится, поэтому я там редко хожу. А сейчас, когда училась, мне уже легко. Всем советую, пользуйтесь. Сегодня я решила готовить ханума. У меня старший внук вечно говорит: бабуля, хоть утром, хоть вечером, хоть днем, готовь мне ханума. Я каждый день буду 3 раза кушать. Ну что сделать? Сегодня буду готовить ханумани. У меня рецепт есть в ленте. Но если у меня гости не будет мешать, дети, это все будет хорошо. Для вас все покажу. Что этого, для этого нужно? Килограмм мяса. С килограмм мяса можно кормить 7 человек. У меня как раз хватает. Но я бы сегодня взяла чуть больше килограмма. Уйдет всего 2 картошки и 4 лука. А я сегодня взяла 5 лука, 3 картошки. Мука. Щепоток соль, 1 яйцо и 0,5 литра воды. А это для зажарки, ну еще добавлю 3 штуки, потому что зажарка чем больше с томатом красным, кинзочка обязательно нужна сверху, можно гранат еще, тем лучше. Добавляю водички, соль, вот такой, яйцо. Размешаем, смотрите, какая классная. Очень просто. Щепоток соль, вода, 1 яйцо. И добавляем потихонечку муки. Смотрите. Вот такое чудо. И сейчас потихоньку добавим муки. Все. Смотрите, дорогие мои, тесто у меня уже не липнет руками. Смотрите, не тесто, а просто шедевр, шедевр. Смотрите, как хоти, крути и липнет. Сейчас поделим 4 части. 1, 2, 3. Мне видно свет? Прозрачно. Красота. Смотрите. Можно еще больше. Ну, просто у нас сковородочка не так уж большой. Вот. Вот это воздух можно снимать. Отличные размеры. Просто шикарно. Вот так. Масло почему делаем, знаете, да? Чтобы не прилипать тесто друг на другу. Чудо. Надо чуть-чуть добавлять водички, чтобы она была немножко жидкая. Это тоже маленький секрет, который не везде и не всегда говорят.
чтобы она была равномерна и сочна, дорогие мои. Смотрите, вот так. Все отлично. Размер ложечки вот так сильно широкий не берем. И вот, пожалуйста. Я думаю, это очень вкусно. Но я готова для своих детей готовить каждый день. Чтобы не надоедать, неделю раз будет хорошо. Равномерно? Угу. Шикарно. И что надо делать? Вот такая тоненькая у нас тесто. Вот смотрите, как приятно. Красиво. Просто вот берем и крутим. Посуда такой везде продается. Я даже в Армению пошла, телестудию мне пригласили. Они сказали, у нас нету. Я купила, еще и оставила у них. Так что у вас в Ереване тоже все есть. В Армении, в Москве тем более. Причина не делайте, что нету посуды. Один раз покупаясь, и всю жизнь оно нужно. Пожалуйста. Собираем. Пожалуйста. Все. И второй пошла. И последний слой. 4 слоя мы уже поставили, дорогие мои. Мажем обязательно все вокруг. Вот сюда, все масло подсолнечное. И ставим на огонь. Крышку открываем. Вода кипит. Время засекаем и вставляем. Ровно через час выключаем. А здесь у нас параллельно жарим зажарка. Ну все, дорогие мои, ровно час прошла. Выключаем. Посмотрим, как она выглядит. Вот такая красота. Посмотрите. Шикарная. Сейчас будем порезать и подавать стол. Все мы снимали, вот так порежем, и посмотрите, какая нежная. Вы видите? Вот такие нежные слоеные. Вот так красиво разложили. Вот так подаем к столу. Готовьтесь с любовью.